Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что ж, забираем свои ежедневные награды. Лига мастеров, 3 звезды было. Так, задание. Пройдите серию испытаний, это мы сделали с вами. Так, нужно еще в 10 боях сразиться и также уровень персонажа поднять. Но сначала мы откроем бесплатную колоду. И нам выпадает Ванька-стиранка собственной персоны. Окей. Так, теперь я пойду, пожалуй-ка, на Шредера, да? И будем искать на него нужные нам элементы, чтобы дальше его прокачать. Так, секунду, а где он у меня? Ага, вот он. Друзья мои, я его сделал 60 уровнем, так что все отлично. И смотрим. Нам не хватает с тобой всего лишь 2 вот этих вот камня. 2 камушка. Ну, попробуем. Так, майки выпадает, но это пока не то, что нам нужно. Да ё-моё, вы серьезно? Вы сейчас будете мне обламывать. Ну, конечно же, конечно же. Ничего, просто... Вот, маяк мы получили. И еще один нужно. И все будет у нас хорошо. Так, 120 мутагена. Опять 125 мутагена на этот раз навыпало. И здесь вот все, друзья мои. Ну что же, прокачиваем до 6-й ступени. Уничтожить их. Так, смотрим, ребята. Сколько там у него получается. Вызывает орду футботов. Не показывает. А, вот, увеличивает силу атаки на 50%. Сейчас посмотрим, когда мы прокачаем до 6-й степени, насколько увеличится. Так. Ребята, на 60%. Ну что же, я считаю, что это неплохо. Так, и у нас остается вот это вот, да? Наш хил. Мы его тоже будем прокачивать. Но, по-моему, я уже выполнил. Хотя нет, не выполнил. Нам еще сколько нужно? Нам еще нужно 3 боя, да, сделать? Окей. Тогда давай потихонечку начнем дальше продолжать искать на нашего Шредера. Так, навыки и вот здесь, да? Значит, нам нужно с тобой 9 магнитофонов найти, да? И дорожные знаки. 12 штук. Так, ладно, давай попробуем. Так, катушка с пленкой одна, как говорится, уже есть. Вторая и третья. И мы уже с тобой, по-моему, да, выполнили задание. Так что давай забирать награды. А продолжим поисками уже в следующей серии. Так, поднять уровень персонажа. Вопрос, кого будем с тобой поднимать? У нас 19 тысяч мутагена. 19 тысяч. Так, можно, знаешь, что сделать? Можно прокачать Джастина. Можно прокачать его до... Давай-ка глянем. До 58 уровня. Отлично. Я решил, друзья мои, немножко наших персонажей прокачать по уровню, чтобы они, как говорится, не засиживались подолгу на своих уже и так затопленных местах. Ну что же, а мы с тобой отправляемся в бой. Естественно, начнем с арены и пойдем на испытание. Сегодня будет у нас учитель Сплинтер и плюс черепашки. Вот что такое черепашки, мне хотелось бы посмотреть. А ну-ка, кого дадут? Слушай, ну в принципе, друзья мои, в принципе, можно здесь попробовать подраться. Но сначала все-таки арена. Давай-ка мы с тобой пойдем на ареночку. Нам нужно в любом случае, буквально, что у нас сегодня, пятница, да? Суббота-воскресенье, 2 дня, плюс у меня там начнутся рабочие смены. Да, нам нужно с тобой подтянуть, как говорится, штаны как можно повыше и сделать там огромный узел, чтобы они не спадали. Так, начнем с трева. Начнем с трева, 22 отката, как ты видишь, у меня в кармане. И придется, наверное, нам с тобой брать в паре у Саги. Хотя нет, мы можем немножко по-другому сделать. Например, Леонардо вместе... Нифига, ничего подобного. Если мы хотим с тобой отыгрывать наших 50-х, хотя мы, наверное, начнем лучше вот с этих. 51-й, 52-й, потом 58-й, 60-й. Да, вот с этих начнем. Я думаю, что мы с тобой доберемся сегодня до Лиги Мастеров 3 звезды. Мы постараемся это с тобой сделать. Позицию хотелось бы, конечно, занять 50-ю, чтобы завтра просто ее добить. И мы с тобой были уже на расслабончике. Так, ну что же, давай сделаем с тобой вертушку. Я думаю, что здесь сейчас все упадут. Да, друзья мои, немножко уставший, я пришел только с работы, ребята, на часах 12 часов вечера. Ну, можно сказать, уже ночь наступает. Кричать слишком сильно не будем, буду говорить в полголоса. Так что не обессудьте. Так, ну что, у нас с тобой 45-я позиция. Я считаю, неплохо мы идем с тобой и возьмем здесь, наверное, Герауда, да? Ну, а почему бы и нет? Возьмем именно его. Так, Лео,
Усаги возвращаются ко мне в команду и добираем вот этих вот ребятулек. 75 уровень. Мне вот немножко обидно, что мы с тобой тратим и Леонардо, и Усаги. Может быть, нам взять все-таки кого-то одного. И я вот думаю, что Усаги, в принципе, один может справиться без Леонардо. Ну, если ему, конечно, немножко помочь. Верно? Смотри, он повесил постепенку. Естественно, тут Леонардо уже всех вырубает. Оу, тихо, родной. Падай давай. Фух, наконец-то. Блин, я еще до сих пор никак не могу добраться до игры Ниндзя Черепашки Маднес, которую я вам обещал. Ну, понимаешь, работа, друзья мои, не дает мне такой возможности. И плюс еще у нас всадники Олуха, да, драконы, тоже обещал, но не успел, ребята, сделать, записать. Так что постараемся, наверное, завтра. Сегодня ночью вряд ли я, конечно, уже буду все это записывать. А завтра, да, пожалуй, мы это с тобой сделаем. Ну что же, отыгрываем 61 уровни, да, 61-60. Опять же, Усаги вместе с Леонардо здесь будут рулить, причем по топчику. Но нам нужно с тобой занять, как я уже говорил, Лигу Мастеров 3 звезды, 50 место. Возможно, у меня даже не хватит откатов, хотя на 10 боев, там не на 10, а получается на 11 боев у нас хватало с тобой откатов. За рекламу я откаты получил, что мог. Также еще открыл все колоды, которые можно было тоже посмотреть, получить, точнее, за просмотр рекламы. Так что бонусов у меня больше никаких нету. А смотри, как мы с тобой медленно продвигаемся. Тебе не кажется, что слишком медленно? Всего лишь 24-я позиция, а была у нас 50-я. Очень странно. Может быть, нам с тобой взять вот Таиба? Давай попробуем с него. Так, 17, да? 16 откатов. И я возьму, наверное, вот так вот сделаю. Я рискну, грубо говоря. Иду ва-банк. Отыграю полтинников, иначе нам просто не хватит своих персонажей. Откатов еще буквально на сколько там? Еще на 8. На 8 боев, да, у нас получается? Вот за 8 боев мы с тобой должны сделать все красиво и, как говорится, по фэншую. Постепенный урон, но не на всех повесить. Опачки, а вот это, ребята, косяк. А вот это косяк. И причем огромнейший. Ты посмотри, что происходит. Ай-яй-яй, морозильная кошка. Так, ладно. Блин, Ванька. Ванька, друзья мои, все-таки сделал пакость. Да и этот тоже. Вот, об этом я тебе и говорил. Вот кто бы мог подумать, да, что Майки сделает отхил. Он не стал делать уклонение. Он именно сделал отхил. Вот засранец. А если бы он сделал уклонение, ребята, они бы все равно бы начали бы падать, потому что на них был постепенный урон. А отхил, ну ты сам понимаешь. Отхил не так. Вот твою ж налево. Вот он мне сейчас, вот, честно говоря, подосрал. Ребят, подосрал. Всего на 2 ступеньки мы с тобой поднялись. Ой-ой-ой-ой. Вот я тебе и рискнул. Вот я и сделал, как хотел лучше. Вот всегда так. Так, как только собираешься что-то сделать хорошо и красиво, обязательно какой-то камень преткновения у тебя перед лицом появляется. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь с тобой получится. Я специально взял, ребята, только одного слабого персонажа, для того, чтобы вот не было таких ошибок. Это мутагеноид. Но если опять сейчас что-нибудь лопухнемся, он получит звездюлей. Да-да, мутагеноид получит звездюлей. Поэтому сам себе сколько раз говорил, да, не бери команды, где есть Микеланджело, да, и где есть Хан. Вот не бери. И все равно просмотрел этот момент, потому что, ребята, как бы глаз уже замылился, да, с работы, к тому же уставший очень сильно, чертовски. Но серию надо сделать, потому что потом опять работа, и уже никогда не успею. А там уже будет поздно, как говорится, подниматься в топчик нам. Ну что, здесь я возьму, наверное, Алену. Аленушка, Аленушка, красавица ты наша. Давай мы тебя возьмем сюда. Также я возьму, наверное, двух. Нет, возьму одного Змейка Вьюна и двух вот этих слабых персонажей. Тут Донателло, Микеланджело, Рафаэль, Бибоп и Роквелл. Меня в этой команде больше всего напрягает Роквелл, потому что у него тоже большая инициатива, и массовая атака у него все-таки очень сильная, что бы ты ни говорил. Давай посмотрим, как у нас здесь получится с тобой. Так, Усаги врывается в бой, делает свою супер козырную вертушку. Смотрим. Ага, Бибопчик немножко меня напрягает. Посмотрим сейчас, сколько Леонардо отнимет здоровья. Может быть, постепенно урон его, да, его накроет. Ну, здесь нам с тобой повезло. Поэтому давай-ка двигаться дальше. Не будем расстраиваться. Может быть, сейчас даже перелетим с тобой в Лигу Сёгунов. Ой, в Лигу Мастеров 3 звезды. Так и происходит. И 99-я позиция. Нужно нам с тобой отыграть
6 поединков. У меня как раз откатов на 6 боев, друзья мои. Ну что же, поехали. Возьмем, наверное, с тобой Вильяма. Возьмем с тобой Вильяма. Я даже, знаешь, что могу сделать? Так, секунду. Леонардо после Лео я возьму... Да подожди ты, возьму Армагона. После Армагона я возьму Зека. И будем рисковать. Вот этими ребятами мы будем рисковать? Я даже не знаю. Если замедляшка сработает. Слушай, давай-ка мы, наверное, вот так с тобой сделаем. Вот так вот 100% должно прокатить. И Хан не должен у нас здесь упасть. Плюс тигриный коготь сделает свой выстрел на понижение брони. Так, давай-ка. Главное, чтобы Зек не подвел. Опа! В плане. Он вообще ни на кого не повесил замедление. Как такое может быть, ребят? Это что за фокусы? Что за выкрутасы? Сейчас же пойдет расколбас. О-о-о. Так, ну он хиляет, по-моему, не так сильно, ребята. Давай-ка попробуем понизить. А у них, смотри, у них ускорение еще стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, Хану, ребята, капздарики будут. От Донателло, скорее всего. А, погоди-ка секунду. Погоди. Я могу же атаку ему понизить, да? Не получилось. Ать. Слава богу, он выжил. Друзья мои, вот кто бы мог подумать, что вот так вот произойдет, да? Что Зек, бросив свою бомбочку, ни на кого не повесил замедление времени. Обалдеть. Вот я такого просто не ожидал от него. Ну ты видишь, как бывает. Ну что же, 87 место. Я считаю, что все равно, ребят, неплохо мы с вами идем. И здесь мы возьмем Марцелиуса. Ну да, почему Марцелиуса нам с тобой и не взять. Но на этот раз я не буду рисковать. Берем Леонардо вместе с Усаги. Плюс Тимати, потому что он бездарный в данный момент. Он меня подвел в прошлой битве, в прошлой серии. И Крипа. То есть, ну, основная, как говорится, у нас здесь команда — это Лео, конечно же, вместе с Усаги. Но здесь, не забывай, есть Хан. А Хан очень такой шустрый. Если сейчас мы на него не повесим постепенный урон, будет плохо. Потому что, по-моему, потом будет ходить именно он. Так, я тебе... А, вот что он сделал. Ну, это, да как сказать, не страшно, ребята. Он повесил практически на всех понижение защиты плюс понижение атаки. Ну ладно, на Крип, это все фигня. А вот Леонардо, который сейчас будет основную вертушку мне делать. Ну-ка, Бибоп выжил, да? Так, а Карайка? Ай-яй-яй. Ну-ка, рубанем. Вот об этом я тебе и говорил. Ох, он еще и такой удар делает. Ну, это, ребята, трындец. Я не понимаю, что происходит с игрой. Она всю мою стратегию ломает. Она всю мою, как говорится, базовую школу, которую я, извини меня, месяцами, годами делаю. Он мне просто все нарушает. Зэк бросает бомбочку, не срабатывает замедление. Здесь то же самое, не можем добить. Да что за фигня происходит, а? Что это за выкрутасы, извини меня. Мне как раз все было под расчет. Я не должен был не проиграть, и на тебе. Да, Егор, вот придется теперь с тобой. Тем более взял каких хороших персонажей. Лео, Усаги. И нет. Ну, правильно, это, наверное, Тимати, ребята. Это, скорее всего, он. Он решил мне сделать пакость. Потому что в прошлой серии я его обвинил в том, что он плохой провокатор. И вот он сейчас сделал мне пакость. Угу, скорее всего, именно в этом дело. Ну что же, мне такое ощущение, что здесь сейчас будет отхил от морзильной кошки. Хотя ничего здесь не будет. Майки этот погиб, который хотел там что-то выпендриться. Донни тоже добиваем. Но вот здесь вот замечательно сыграли. Ну, ребята, а здесь только лишь Эйприл была самое слабое звено. Но до нее, как говорится, даже очередь не дошла. Мы все разобрались. Причем Донателло здесь мог бы нас выручить своими сюрикенами, если бы он начал их бомбить. Ну что ж, друзья мои, у нас 7 откатов. О, кстати, 109 очков. Надо будет нам сегодня приобрести 3 ДНК. Ну и возьмем мы с тобой, наверное. Так, ну Анастасию это точно я брать не буду. Вот с кого? Аарона. Да, именно его я и возьму. Мне кажется, это будет подходяще. Возьму, наверное, сюда Майки, чтобы просто его отыграть. И вот этих двух. То есть Леонардо классический и Рафаэль. Кстати, Леонардо классика, если его прокачать, ребята, мне кажется, он тоже будет имбовым. Ну что, будем клоняшку делать или не будем? Я думаю, что это зря, да? Начнем, наверное, с разбора полетов. И первый у нас... Обалдеть, ты посмотри, какая инициатива. Сразу видно, ребята, видите? По шкале времени мы только начали играть.
И у него уже вот, то есть делай вывод, что Бибоп по инициативе тоже очень-очень хорош. Практически как мой Микеланджело. Так что первый, кто получит звездюлей, это именно он. Раз. Так, теперь Усаги делает вертушку. И должно все быть хорошо, ребята. Так, постепеночка висит, то есть он готовченко. И добиваем, наверное, всех. Хотя Донателло выживет. Нет, а, вот этот выжил. Я вообще-то думал, что он другой немножко. Но видишь, вот сила постепенного урона очень сильная. Они не выдерживают просто. Ну что же, друзья мои, скорее всего, полтинчик мы с вами возьмем. Потому что уже 57 место, нам нужно еще, наверное, один бой сделать. Откаты мы с тобой не будем все сегодня тратить, потому что у нас есть еще и испытания. И в этот раз мы возьмем с тобой... Давай Юну. Давай возьмем с тобой Юну. Так, Усаги Лео, как обычно. И, кстати, вот здесь вот, вот этих вот ребятулек мы... Блин. Твою ж налево, Рокзар у меня... Точнее, Крис Брэдфорд, получается, простаивает. Ладно, придется нам еще все-таки с тобой один бой провести. Я хочу, чтобы Крис Брэдфорд отыграл свою партию. Для этого я возьму Леонардо, да? Возьму Криса Брэдфорда и, ну, конечно же, Усаги. Вот сейчас вот замечательно, ребята, сыграл он. На всех повесил постепенный урон. И это очень круто. Потому что тут мы их добиваем. Ну что же, ради Криса Брэдфорда я, ребят, готов на многое. Даже то, чтобы потратить наши откаты. Но они все равно, ребята, накопятся у нас на следующую серию. Так, 46-я позиция. Надеюсь, сейчас на 40-ую мы с тобой выберемся. А возьму я против себя... Ну, вот эту команду точно я брать не буду. Два Микеланджело. А вот эту, пожалуй, да, вот эту вот возьму. Так, берем с тобой Леонардо, берем Усаги, Криса Брэдфорда. Ну, и кого-нибудь... Из слабеньких, да? Например, вот этих вот Леонардо и Майки. Ну что ж, друзья мои, все зависит опять от Усаги с Леонардо. Как они тут зажгут свечи, так все и начнет гореть. Так, друзья мои, не очень хороший, конечно, результат. Особенно касается Рокула и Бибопа. Ну давай, Лео, жги. Вот, вот, смотри, ну ладно, этого мы уничтожим. А того постепенно урон убьет. Все. Отлично, никого мы с тобой не потеряли. И, соответственно, возьмем с тобой 40-е место. Может быть, даже 38-е, 36-е. Сейчас глянем. А ну-ка, покажите мне, пожалуйста, статистику. Даже 34-е. Отлично, друзья мои, нам осталось всего ничего. И мы будем в топчике. Ну что же, с этим мы с тобой закончили. Заходим в магазин, предметы. Наши монеты. Так, друзья мои, а я хочу нас поздравить. Я же совсем забыл. Как можно было такое забыть, что у нас... Подожди-ка, где майки-то? Майки. Только не говори, что мне чего-то не хватает. Осколков, наверное, ребята, да? Наверное, осколков мне не хватит. Где у меня Микеланджело? Вот он. 300... Да ё-моё, друзья мои, 330 осколков не хватает всего. Ну, 330 нужно, а мне не хватает сколько здесь получается? 15, да, это до 300. 45 осколков золотых. Но есть хорошие новости. У нас с тобой закончится эта неделя, и у нас будет достаточное количество золотых осколков, чтобы мы смогли его пропать в золото. Да-да-да, майки будет у нас в золотом ранге. И это круто, друзья мои. Ну что же, нам надо будет потом с тобой определиться, кого мы будем следующим прокачивать. Давай сейчас даже глянем приблизительно. Вот кого? Наверное, Донателло, да? Ну, почему бы нет? Либо Донателло, либо Рафаэля. Да, ну там уже будет видно. Ближе, как говорится, к тому, когда мы накопим с тобой определенное количество очков. Ну а сейчас мы с тобой идем на испытание. Ну-ка давай-ка посмотрим, кто у нас вот и с чем пляшет Сплинтер. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, ну это просто крутенько, ты посмотри. Ты посмотри, кто у нас тут будет против него выступать. Поехали, разбор полетов начинаем, как говорится. Ну что, Сплинтер, мне нравится, что он здесь один, одиночка. Здесь можно ставить, естественно, на автобой. Майки, зачем ты это делаешь? Ну ладно, фиг с тобой, пускай будет уклоняшка. Хотя 40 уровня ты бы мог даже и без этого справиться.
В любом случае, мы с тобой зарабатываем ДНК на сплинтера. Мы сможем заниматься фармом. Только я не знаю, зачем нам заниматься фармом, если он у нас полностью собрат. Так, а я так понимаю, здесь будут обычные, да, черепашки. Так, давай здесь 50 уровень. Я думаю, что тоже мы его пробьем. Слушай, а ты не помнишь, мы с тобой испытания на сплинтера проходили полностью от начала до конца? Ну, я думаю, тот, кто следит за этой игрой у меня на канале, должен знать. Потому что я уже, честно говоря, сам забыл. Я столько серий поснимал, ребят, что могу запутаться и имею на это право. Так, по-моему, все-таки мы проходили с тобой от начала и до конца полностью его испытания. Если сейчас мы пройдем, то это будет тому доказание. Тут эпизодов 6. Я тебе скажу одно. Если я вот этой имбой не смогу пройти, то значит мы вообще не проходили с тобой. Ну смотри, Раф, Лео, Майки. Ну, Донателло можно, конечно, поменять, например, на Железноголового. В принципе, ничего страшного из этого не будет. Так, ну что, Сплинтер, он даже не может пока попасть, потому что он 60 уровня, но вот сейчас он будет себя пробафовать, видишь, на крит у него, да, на защиту и на отхил. Так что давай попробуем его прожучить хорошенечко. Так. Бомбим. Есть контакт. Ну что же, двигаемся дальше. Сейчас будет какой? 70 уровень, по идее, да, будет? Ну, нам и этот уровень, как говорится, нипочем. Эпизод 4, друзья мои, 70 уровень. Пока до сих пор еще он до нас не достает, не дотягивает. И мы его с тобой с полточка сейчас будем убивать. Так, начнет у Майки. Причем у Майки повышенная атака идет именно на сплинтера. О, ползарубья отнял Леонардо. И теперь можно еще и апперкотиком, как говорится, закрепить это дело. Жалко, постепенный урон не повесили. Ну, ничего страшного, сейчас он будет... Оу, а вот это вот опасно, друзья. Промахнулся, да? Вот этот удар у него очень опасен. Так, ну, понятно, Донателло там никакой вообще по урону. Слушай, нам, наверное, скорее всего, в последнем бою придется убирать Донателло из нашей компании. Потому что Усаги, точнее не Усаги, а Сплинтер может его уничтожить. Просто стереть в порошок. Ну что, 5-й эпизод, 80-й уровень Сплинтера. Надо было, наверное, здесь уже убрать Донни. Ага, ты смотри, как он кромсает, а, ребята. Ты посмотри. Здесь уже, конечно, надо применять уклонение. Здесь уже, как говорится, шутки неуместны. Так, четверть. Даже половину хп мы отняли у него. А, теперь попробуем. Надо было, знаешь, что сделать? Не перкутик все-таки, а, наверное, ярость Рафа поставить. Так, кого блокирует? Донателло, понятно. Тихо-тихо-тихо, не надо бомбить. Давай, наверное, с тобой здесь хильнемся чуть-чуть. Вот так вот. И продолжаем нашу битву. Вертушку, интересно, сделаем пробьем или нет? Должны, по идее. Нет. Постепенно урон его не взял. Так, он делает баф. Причем очень некислый баф. Защита, скорость, атака, крит, атака. И броня повышенная. Поэтому его сейчас будет очень тяжело пробить нам. А он сейчас будет, наверное, мне Рафа, да, убивать. Слушай, дай-ка я, наверное, на всякий случай поставлю доп. Защиту. Хильнемся мы с тобой на всякий случай. Так. Бомбит, а, гаденыш, посмотри. Фиг пробьешь его. Ну-ка. Ага. Так, ладно. Майки, давай. Блин, Лео, ну ты хоть сможешь его пробить? Есть контакт. Слушай, а у нас еще впереди с тобой один бой с ним, да? Получается. И там он уже будет 90 уровня. Да, скорее всего, Донателло придется нам с тобой убирать. Хотелось бы, конечно, подраться, но не будем рисковать. И так тут, грубо говоря, даже здесь Сплинтер может мне кого-нибудь наказать. Начинается, короче, у него вот эта вот истерика. Сейчас еще начнет блокировать, да? Так, пока промахивается, поехали. Ага, ой, как мало отняли ХП у него. Давай-ка мы с тобой пойдем через ярость Рафа, чтобы у нас с тобой была усиленная атака. И начнем потихоньку его кромсать. Видишь, уже по 2500 бомбим. Так, что он блокирует кого? Никого, не попал, потому что... Поехали. Отлично, пол хп мы у него отняли уже. Он понизил мне атаку, сам себе бафает. Причем довольно жестко. А, нет, смотри-ка. Не очень жестко, у него только лишь крит атака и
Защита. Ну ты не забывай, что он сейчас может сделать свой фирменный удар. Давай-ка хильнемся, наверное. Фирменный удар катаной. А он его и собирается делать. Вот, видишь, сколько он отнимает здоровья. Очень больно. Ну, фигня получается. Нет. Блин, повезло-то нам как. Давай-ка я все-таки возьму провокацию. От греха подальше. Иначе он тут сейчас раздухарит. Блин, зачем я сделал? Он же сейчас контратак. Ух, вот так вот нельзя больше делать, ребята. Нет, это непростительно будет. Если он сейчас еще мне подобьет здесь Микеланджело. Да ты посмотри, какой жучара, а. Так. Блин, а я должен ударить? Как ни крути, блин, мне приходится ударять его. Твою же налево, блин, ну. Да у него нету ничего никаких. Вот, все, наконец-то мы его сейчас пробьем. А, да, друзья мои, ну вы сами видели, Сплинтер, да. На 90 уровне, конечно, жжет по полной программе. Ну, тем не менее, мы с тобой справились. Без потерь. 4 ДНК на Сплинтера. И вот мы можем с тобой фармить, но это, естественно, мне ничего не нужно. Абсолютно. Так, и мы переходим с тобой на испытание черепашки. Хм. Давай глянем, что у нас получится здесь. Враг 70 уровня. 3 волны нас ожидает с тобой. И я думаю, что здесь мы с тобой справимся. Причем должны справиться довольно легко. Потому что дроны и вот это все. Ага, ты посмотри, что делает. Друзья мои, контратаку повесил на всех. Поэтому нужно здесь их шлепать как можно быстрее. Ну как пробивным. Отлично. Так, здесь, а, двойной атаки нету, да? Жаль. Упал. Так, переходим с собой на вторую волну и смотрим, что у нас здесь. Оу, черепашки. Кажется, я понимаю, почему называется испытание черепашки. Так, защиту понизили. Можно, в принципе, сделать баф небольшой. Контратака. Теперь выпустим волну. Вообще шикарно. Давай добьем с собой Рафаэля, а этот сам упадет. Хотя мы его уложим с баньки. Так, и здесь. Ага, вот здесь попасть не будет. Майки. Его надо в первую очередь, ребята, рубить. Ой-ой-ой, выжил. Ну-ка. Все, никаких, как говорится, уклоняшек уже здесь не будет. Единственное, что меня будет смущать, здесь массовая атака. Поэтому попробуем накрыть его. А если вот так сделаем? Ну, в принципе, должны добить. Рафаэль выжил, и мы его ушатываем. Ну что, попробуем с тобой следующее испытание пройти. Второе. Кстати, давай посмотрим, что нам здесь выпадет, что мы зарабатывать будем. Так, ага, снаряжение черепашки. А также можно здесь пофармить. Да, в принципе, ничего стоящего здесь и нет. Вот только вот маска и вот этот вот герб, орнамент. Ну что, давай глянем, что у нас здесь на втором испытании. Здесь 80 уровень, ребята. Я так понимаю, опять же 3 волны, но уровень 80, а у меня Шархан 70. Так, ну что, начнем с бомбочки, пожалуй, да? Да ладно. Замедляха только на него выпала. Ногтями его. Так, должен надуплиться, отлично. Так, этих мы просто будем с тобой кромсать обычными ударами. Не будем тратить на них свои суперудары. Потому что впереди нас ждет команда черепашек. Ага, это у нас ролевики. Массовой атаки нету, провокацию я сбрать не хочу, ребята. А вот с Донателло надо разобраться. Так, теперь понизим, попробуем защиту. Фиг там, что у нас получилось. Пробиваем Дони. Есть. В общем, они лишились хила. А вот это плохо. Месть Рафаэль повесил. Ну что ж, начнем с маузеров, наверное, да? Угу. Шархана. Шархана, ребята, собирается валить. Так, Лео не должен взять, ребята, у нас провокацию. Блин. Ну-ка так. Есть контакт. Так, Рафаэльчик уже, в принципе, нам не страшен. Месть, месть, месть. Так, за каждый удар он будет, ребята, отвечать. Тогда придется нам бомбить. Вот именно его. Так, Майки. Ага, снимает дебаф, который повесил я на Рафаэля. Тогда мы Рафаэля с тобой убиваем. В плане. Ну, давай так сделаем. Есть контакт. Ну, и Майки, ребята, в нашем распоряжении. То есть мы его сейчас с тобой уничтожим. Так. Ага, дудки тебе. И добивочный. Все, ребята. А, третий.
Я-то совсем забыл, друзья мои, что у нас еще и третья волна здесь есть. Господи, вот это надо было так лопухнуться. Тогда срочно ставим защиту с тобой. А я уже все, праздную победу, прикинь. Так, ну тут, конечно, надо Донателло и Рафаэля уничтожать в первую очередь. Давай волну пустим. Ага, давай вот сюда ударим. Так, минус двоечка должна получиться, в принципе, ребята. Двоечка должна выйти. Даже троечку мы с тобой сделаем. Блин, Лео сейчас сделает массовую атаку. А, ускорит. Ускорит команду. Есть, минус двойка. Ушатываем с тобой. Блин, тут броня была, оказывается. Но этот погибнет, ребята. Да. Ну что же, отлично сработали мы с тобой. Я вот не знаю, стоит ли нам идти на 90 уровень. Я думаю, что нет. Это смерти подобно, друзья мои. Сами понимаете, да? 90 уровень у меня... У меня тут шансов вообще никаких нету. Просто никаких шансов нету. Ну, я считаю, все равно мы с тобой сегодня неплохо поиграли. Мы даже можем с тобой... Что мы там можем? Будем рисковать, ребят. У нас есть возможность один раз... Зарулить? Было не было. Ну, в принципе, золотые осколки тоже нормуль. Ну вот, как-то так. Как-то, ребята, так. Повоевали, подрались, все отлично. Ну что, наверное, завтра сделаем с тобой серийку. Я, правда, не знаю, что мы там будем делать с тобой. Но если что, ты можешь подсказать, да? Так что, дорогие друзья, на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.